Теми контрнаступу російський диктатор Путін заявив, що Україна вже почала контрнаступ і що в Росії є нібито сучасна зброя, мовляв, не в такій кількості, як необхідно, але будуть поповнення, пообіцяв російський диктатор. На вашу думку, що взагалі про що свідчить така заява? Ну і, власне, на кого спрямовані ось такі подібні тези? Ну, вообще, это очень интересная вещь. Он, кстати, не один, только он сказал об этом деле, да, потому что даже Шойгу тоже самое сказал, что уже были попытки контрнаступления, и он разбил, российская армия разбила 200 миллионов украинцев, 150 миллионов украинских танков и так далее. То есть мы к этому все привыкли, Коношенков там. Герасимов, они все время рассказывают о том, что все они разбивают. Действительно, например, была операция такая разведки боем, в которой участвовало несколько десятков единиц бронированной техники украинской, и при которой действительно было поражено два танка, даже, может быть, предположительно, леопарды. Да? Вот. Но они сказали там о 30. Вот. Но почему-то не показали нам картинку этих 30 горящих танков, а показали картинку двух танков, которые горят. Я напомню вашим зрителям, что, конечно, сейчас вам надо готовиться к совершенно другой психологической ситуации. При наступлении наступающая сторона всегда несет в 5 раз больше потерь, чем обороняющаяся сторона. До сих пор вы были в обороне, и поэтому погибало в 5 раз больше россиян. Когда Украина начнет свое контрнаступление, надо готовиться к тому, что у вас будет больше потерь, в том числе материальных потерь. Но это не страшно, потому что у вас за вами стоит 54 страны, которые вас снабжают всем необходимым для вооружения. Но это страшно, конечно, с точки зрения потерь людских. Но, с другой стороны, выхода у вас никакого нет. Вам надо освобождать свою территорию от российского захватчика. А то, что Путин об этом сказал, прежде всего говорит о том, что он все-таки его информирует, что происходит на фронте. Ну, конечно, у него в голове свои собственные какие-то там химеры существуют. Да? Так же, как вот этого псевдовоенного эксперта, которого показали в вестях с болот. Да? Потому что мы-то все знаем, что самая сильная в мире армия сейчас на поле боя – армия украинская. А российская не только не существует ее армии, вообще ее не существует. Да, он говорит, она закалится в боях. Да куда они там загорится? Она просто, они закидывают вас мясом, и это мясо уничтожается. И там никакого опыта не остается у тех, кто выжил. Просто придет новое мясо, которое точно так же будет уничтожаться. Так, пане Сергію, ви зачепили тему ІПСО, і цілком очевидно, що в момент якихось певних рухів з нашого боку, в контрнаступальних операцій на окремих ділянках, з боку Росії це ІПСО буде загострюватися з кожним днем все більше і більше. Роз'ясніть, будь ласка, на кого воно спрямоване, для чого його в таких масштабах, власне, запускають, тому що і про кадри знищених танків ви згадували, що 3 дні постили одне й те саме, тільки з різних ракурсів фактично. Це був один бій, так, знищили український танк, безумовно, це там і наші військовослужбовці почали про це говорити, але 3 дні російські пабліки розганяли новину, що ось чергова атака, чергова невдача, хоча видно і можна проаналізувати, що це, в принципі, одні й ті самі кадри, просто з різних ракурсів зняти поле бою. На кого це більше спрямовано, скажіть, будь ласка? Ну, это рассчитано на, вы знаете, плохое такое слово есть российское, на быдло российское, которое сидит перед телевизором официальным, значит, и с водкой или там с пивом, с солеными огурцами и смотрит на всю эту картинку. Вот на него это рассчитано. На людей, которые не думают, на людей, которые просто заглатывают это. Знаете, вы знаете, я нашел такое сопоставление. Вот знаете, как, когда птичка приносит своим птенцам, вот птенцы такие с раскрытыми клювами, и она просто им там кидает этих червяков, а они даже клювы это не закрывают. Вот это примерно вот такие люди сидят перед российским телевизором. Хотя, вы знаете, даже в Российской Федерации у этих каналов пропагандистских, у них, в общем, очень сильно упала аудитория. У них упала аудитория в сентябре, уже оценивалась 25% по сравнению с началом войны в феврале месяце прошлого года. Да? А к нынешнему моменту можно говорить уже о падении почти в половину той самой аудитории, которая смотрела все эти дурацкие каналы и понимала, что им просто вешают лапшу на уши.
Вот. Но так устроена пропаганда. Кстати, и ПСО, и с вашей стороны делается, да, потому что война идет в информационные в обе стороны. Вот. Но с вашей стороны и ПСО сейчас довольно любопытны, потому что украинская сторона вообще ничего не говорит. То есть говорит только самый минимум, вот тогда, когда уже появляются какие-то российские кадры материальные, которые бессмысленно отрицать. Вот. А обо всем остальном украинская сторона молчит, и это, кстати, является доказательством, что наступление ваше идет.